Всем привет! С вами важная персона Александр Озгард, и вы на канале Beauty Озгард. И в этом ролике я вам покажу, как я рисую свои брови и как же я их укладываю без геля. И да, это будет не стебный ролик, как тот, который я снимала 2 года назад. Поэтому приятного просмотра! И вот мой ролик о том, как я рисую и укладываю свои брови, подходит к концу. А вы мне напишите в комментарии, что вы хотите, чтобы я нарисовала это в следующем ролике на своем ебале. Не знаю, стрелки какие-то, хотя у меня есть мини-мини-мини ролик, как стать красивой. И там есть мини-мини-мини кусочек видео, как я рисую свои стрелки. Но я могу попробовать снять еще один ролик отдельно. Если вы хотите, тогда ставьте палец вверх. Давайте наберем здесь хотя бы 8000 лайков. И тогда я сниму нормальный ролик, как я рисую свои стрелки. Ну и плюс нужно будет дождаться, когда ресницы отпадут, потому что я с ресницами не рисую. Вот видите, у меня тут розовое еще есть над ресницами. Это с того еще ролика, где я была с этими розовыми помадами у себя на глазах. Или просто напишите, о чем вы хотите, чтобы я сняла следующее видео. Потому что у меня закончились идеи. И мне кажется, я уже все сняла, что я могла снять. Ну ладно. С вами была важная персона Александра Озгард. Всем котиков, компотиков. И до следующего ролика.